расскажу про ощущения под мухомором. Я сейчас как бы попробовал, попринимал так мухомора, да. Вот. И я в прошлом году пробовал, и я был после инсульта 2 года назад. Так что я могу сказать? Ощущения после мухомора, они очень похожи, как будто ты слегка, вообще слегка, немножко даже можно нельзя сравнить с алкоголем, но слегка помутнел твой разум. То есть ты слегка стал чуть-чуть пьяненький. Это вот я после 3 грамм мухомора такой почувствовал. Гоню. Точно гоню. Это я почувствовал после 6 грамм. Потому что первые 2 раза, в прошлом году, когда я пробовал, да, по 3 грамма, это как бы микродоза считается, да, я ни хрена не почувствовал. И потому что на самом деле, когда я почувствовал 6 грамм, оказывается, это состояние было просто усилено чуть-чуть. То есть я все время после инсульта находился в состоянии опьянения. Я врачам еще говорил после инсульта 2 года назад, да? Они мне такие давление меряют, что у меня давление нормальное. И я им говорю, что я чувствую, что что-то ненормально. Они мне давление смерили, там все такое. То есть давление в норме, а у меня состояние пьяного. То есть оно было не пьяное, а состояние. Я им рассказывал, что я как будто плыву. То есть как будто я на корабле где-то вот так. Лодка качается такая вот. И вот состояние вот это вот, как бы плывешь, да? С пьяным не совсем сравнить, потому что, блин, я бухал в свое время, лет до 5-го года. Выпивал. Я знаю, что это такое. С алкоголем это нельзя сравнить, потому что чуть-чуть другое ощущение. Но примерно, потому что, чтобы описать хоть как-то, да, я примерно с этим и сравниваю. Потому что мы ограничены в своих описаниях только тем опытом, который у нас имеется. Вот этим опытом я и ограничиваю. И когда после 6 грамм, да, то есть у меня вот нахлынуло, состояние просто усилилось. То есть я все время был как под мухомором. То есть все время после инсульта, вот на протяжении вот сейчас 2 года, да, у меня оказывается все время это состояние. И оно то усиливается, то уменьшается. И самое, что интересное, что я заметил. Сейчас я побольше, да, попробовал. И меня немножко так это подколбашивает физически. То есть в плане чего подколбашивает. Ты вот, я сижу, и у меня раз так дергается такой этот, самопроизвольно так, руки такие. Это, ну, они такие. Что-то. То есть я чувствую, как ум то есть сам грипп, он как-то действует, да, так вот, он ум немножко так наебывать начинает. То есть сбой происходит в работе ума. То есть у меня руки вот так вот, допустим, чик, чик, чик. Я не могу как бы это, ну, я это не контролирую. Ну, если есть, оно идет. И состояние вот этого, то, что я плыву, оно усилилось. Тут сегодня сейчас, да? Сейчас на гамаке завалюсь, чтобы поинтереснее валяться. Я в трусах на гамаке. Ой. Вот. Ну-ка, лежа, что получится. Лежа. Вот рука иногда. Может быть, будет и на камере, как у меня рука подергивается иногда. Вот, то есть она такая, чик-чик, просто подернулась так, чик-чик. Вот, то есть это происходит, когда грипп начинает сбой производить
в уме. То есть получается, когда малая доза, да, когда у меня нет даже этой малой дозы, я нахожусь все время в состоянии вот этого мухомора, да, постоянно. А это состояние спокойствия, состояние такого ровного такого, безмысленного спокойствия. Сейчас рука дергалась. Безмысленного такого спокойствия. То есть ум спокоен. Мысли идут, их видно. Ум успокаивается, комар меня долбит. Вот, и кайфа нету, ребята. То есть, если кто-то за кайфом рвется, кайфа с мухомора нету. У тебя просто меняется состояние. Оно у тебя просто меняется, и все. Оно становится более расслабленным, более... Но он издевался весь. Ну, он у меня сейчас где-то примерно, ну, сколько? Грамм, наверное, 7-8, может, под 9. Вот. Этого мухомора. Ну, так что... Но если я все время под этим нахожусь, под мухоморчиком, да, то мне это состояние как бы не сильно критичное, потому что людей, говорят, напирает, и если, допустим, в районе 9 грамм, ну, вот как в фильме Прилепина Generation P, босиком по снегу убежать могут, да. Поэтому аккуратней с этим. Начните с 3. Я вот просто свое состояние вижу, но что не сильно изменилось, да? А, ну вот, от базового, который я определяю как базовый. А сейчас оно, ну да, так вот. Ну я не сказал бы, это кайфа нету. То есть оно даже не очень приятно. Ты потому что тупеешь. Ну, чувствуешь, что ты стал такой чересчур такой расслабленный, такой вот. Вот такой вот остаешься. Но состояние такое немножко туповатое. Охота глаза закрыть и полежать. Может быть, даже поспать. Вот. Ну, не то, что туповатое, оно хорошее, такое расслабленное. То есть ты просто расслабляешься под мухобором. Реально. Так вот. Я расслабился и все. Вот. Вот это его действие. Запомни, никакого, блин, кайфа там нету. Блин. Не словишь ты кайфолом. Это кайф. Кто любит там кайфолом эти такой. Кто там? Как вас называют? Долбанный. Как они? Долбит кто его себе венами. Нету тут кайфа. Тут. Просто ты расслабляешься. Ум останавливается. Ну да. Тишина ума. Он останавливает. Но... Ты еще попробуй увидеть, что он остановился, не остановился. Основная масса людей-то, ты хер заметишь, как он, когда он остановился, что признак никакие остановки ума. Ты вначале попробуй увидеть ум, а потом, блин, увидеть, когда он остановился. Ты хер разлечишь, блин. Тебе просто станет хорошо.
Можешь посмотреть тем, что просто станет хорошо, расслабишься. Такой, расслабуха такая. Просто похорошело. А то, что ум остановился, ты хер поймешь. Если ты его не останавливал никогда. Хер высосишь из себя, как говорится. Просто стало хорошо, легко. Может быть, спать захотелось. Поэтому, если кто-то будет пробовать, то пробуйте он, когда тебе это, когда никуда не надо. Он на ночь, вечер. Болею немножко еще. Что-то руки задергались. Вот все. И теперь вот хочу спать. Прям хочу на гамаке завалиться и все, заснуть. Такие вот, расслабуха такая. Полная расслабуха. Очень хорошо. Хорошо не от кайфа, запомните. Не кайф, просто тишина. Что-то там кузнечики орут. У тебя просто полная расслабуха. Ты в полном этом расслаблении. Посмотрю, что еще ночью, как мне там накупоривать будет. Что там в течение, как долго он держит. Действует он где-то через час. Если правильно приготовить его, да? Это через час действует. Час-полтора. Так что. Главное его это сушить. Ну, можно, конечно, и варить, но не траванитесь, там кислота какая-то. Какая-то вонючая. Можно травануться. Знаю, люди травились мухоморами. Так что сушите их, не парьтесь. Высушил, попробовал. Не пережрите его. Кто знает, кто до трипа доходит. Кто до трипа, говорит, доходил, вы увидите ад. Ну, я чувствую, что вот я сейчас, да, у меня ощущение такое, что неприятное на самом деле. Вот как пьяное ощущение, ты хочешь из пьяного состояния выйти. Здесь такое же, допустим, не очень приятное состояние, потому что вот это чересчур, вот это вот плавание, вот это наплыв, вот этот волны такие, да. Хочется, чтобы это прекратилось. Хотя, может быть, если расслабиться, может быть, и нормально. Расслабиться хорошо. Медитацию войти. Вот, это может быть нормально. Но до трипа, говорит, там, это что-то 20 и больше. Если кто до этого дойдет, то, говорят, ад увидите. Ад, который создали вы сами своим умом. То есть это не какой-то другой ад. А ад будете отражать сами свой. Сами свой ад будете отражать. Не чей-то, а именно ваш ад. Так что никакого ада нету. Ад есть только то, что вы его создадите в вашей голове. И он будет отражать ваш ад. Вот посмотрели какой-нибудь там Данте, да? Данте вроде бы, да? 9 кругов ада. Вот, блин, я посмотрел, мать вашу. Теперь вот я могу видеть эти 9 кругов ада, которые там Данте представил у себя, да? Вот, вы тоже можете, и видели. Поэтому не надо всякую хероту смотреть. Поздно, да, говорит? Так что ад не существует, его сотворяете вы сами своей головой. Так, ребята, все нормально. Так что ничего страшного в этих грибах нету. Это легкий такой стимулятор. Вот. Ну, кого-то как, все по-разному.
Попробуйте, почему нет? Вопрос только зачем? Так вот. Я знаю зачем. Называется «Хер его знает». Хер его знаю. Ладно, всем пока. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Это моя первая и последняя постройка. Сортир. Я умею строить сортиры.